Вопрос. Каково решение о внесении денег в банки, которые занимаются ростовщичеством? Риба. Ответ. Хвала Аллаху. Вклад денег в банк для получения ежемесячных или годовых процентов является ростовщичеством. Риба. Риба запретна на основании единодушного мнения всех ученых. Что касается размещения денежных средств для их хранения на счетах без процентов, то лучше и этого не делать, если только это не случай необходимости. Если банк имеет дело с процентами, то хранение денег в банке, даже если за них не будут начисляться проценты, все равно помогает банку проводить операции, основанные на ростовщичестве. Поэтому есть опасения, что лицо, которое хранит средства на счетах, даже если не желает этого, может считаться тем, кто помогает в совершении греха и вражды. Следует быть осторожным с тем, что запретил Аллах, и искать иные безопасные пути для хранения денег и их перевода. Просим Аллаха помочь мусульманам делать то, что приведет их к счастью, славе и спасению, и облегчит им быструю работу по созданию исламских банков, свободных от сделок на основе ростовщичества, потому что для него это легко и все в его власти. Пусть Аллах благословит нашего пророка Мухаммада, его семью и его сподвижников.